чтобы расслабиться, пойми, что твоя сила в твоей женственности. Девочки мои любимые, вы поймите, ваша сила в вашем расслаблении. Когда вы начинаете напрягаться, это все равно, что вы берете матку, напрягаете. Тогда у вас матка в тонусе, у вас там тогда миомы, эрозии и прочее. Самая важная базовая задача – понять, что женщине уже можно расслабляться. Вот я тоже хочу сказать, мне тоже часто говорят: Юль, почему тебе мужчины пишут? Это же тоже про вашу сексуальность. У нас мужчины не умеют по-другому ухаживать. У нас мужчины, к сожалению или к счастью, у них такие программы. Им для того, чтобы привлечь внимание женщины, из родовых и кармических слоев было важно проявить агрессию и унижение. Они по-другому не умели. Да, поэтому я на это спокойно реагирую, это они так ухаживают. Они по-другому ухаживать не умеют. Любимые мои мужчины, сейчас времена другие. Сейчас не обязательно девочку за косичку дергать или оскорблять ее сексуальность. Сейчас можно девушке передать цветы. Сейчас можно сказать: какая ты классная. Сейчас можно сказать: не сиськи покажи, а какие у тебя красивые глаза. Вот просто поймите, у нас родовые кармические истории уже пережили себя, и мы сейчас все идем в любовь, а не в понижение вибрации. Когда вы начинаете вот это сиськи покажи, это вы опять опускаете вибрации вниз и вниз. Ты рождена для того, чтобы тебя сильно любили. Да, это я согласилась. Понимаете, да? Поэтому не обижайтесь, когда мужчина немножко хамит. Он по-другому не умеет, у него такие программы в голове. Мужчины по-другому не умеют, у них родовые кармические травмы. И действительно, когда он тебе говорит: покажи, вот видите, чудовище. То есть, когда он тебе говорит: покажи сиськи, он на самом деле хочет сказать: обрати на меня внимание, я такой классный, я такой невероятный. Вот и все. Поэтому, когда вы это с любовью и пониманием принимаете, тогда, вот видите, малыш, он номер два. Да, сейчас вот они мне это... Мужчина, давайте, проявляйте себя, я буду только вам рада. Как ты относишься к оргиям? Плохо я отношусь. На самом деле, если вы в здоровой сексуальности, если у вас все в порядке, если вы простроили себе внутреннее состояние родителей, если вы не ищете в сексуальных партнерах, в том числе вашего папу, вам оргии не нужны. Если вы не ищете в сексуальных партнерах вашу маму, вам оргии не нужны. Если ты хочешь несколько женщин сразу, то у тебя непростроенная мама, ты хочешь ее оттрахать и отыметь. Почему? Потому что она тебе принесла много-много боли. Вот этот секс, он нездоровый, и он очень насильственный для всех структур, и он идет из внутреннего инцеста. Поэтому человек, который достаточно проработан и находится в здоровом сексуальном состоянии, он не хочет никаких оргий, ему не нужен групповой секс, ему не нужно жестко иметь женщину, понимаете? Он идет в секс для обмена энергии, для выхода партнеров на новый уровень.